Молодые профессионалы WorldSkills Russia Московской области, приветствуем всех участников, организаторов. Мы обязуемся предоставить всем участникам равные условия для выступления, соблюдать кодекс этики и клянемся судить справедливо и профессионально. С 1 по 5 марта в нашем городе проходит 5-й открытый региональный чемпионат Московской области «Молодые профессионалы» по компетенции «Электроника». В нем принимают участие 12 участников, разбитые на две возрастные группы. Это группа юниоров в категории от 14 до 16 лет и группа 17 лет. 5 профессиональных образовательных организаций соревнуются на звание лучшим, на возможность представлять Московскую область на полуфинале России по компетенции электроника. Чемпионат в любом случае востребован сейчас и будет востребован еще больше. И с этим сталкиваюсь почти каждый день при приеме на работе, при каких-либо вообще общениях уже со сверстниками. То есть часто встречаешься с участниками чемпионатов, с экспертами, и лиц, заключенных в это сообщество, уже гораздо больше становится. Чемпионат профессионального мастерства начинается на региональном уровне. В течение нескольких дней на территории Раменского колледжа студенты и школьники будут показывать свои навыки в электронике. Первый день чемпионата у нас участники занимаются разработкой принципиальной схемы. Их задача ставится дорисовать, доделать, образно говоря, схему. К заданию прикладывается функционал, как эта схема должна работать, какую функцию она выполняет, и в зависимости от этого участник должен дорисовать эту схему. Вторым этапом этого дня первого будет разводка печатной платы, то есть принципиальная схема выгружается на печатную плату, из этого в дальнейшем делается устройство. Задания для участников разрабатываются менеджерами вместе с представителями предприятий, которые уже давно выстроились в очередь за этими талантливыми молодыми людьми. Движение WorldSkills сейчас активно развивается, поскольку наше правительство и президент поставили задачу развивать это направление. Кроме того, WorldSkills — это международная организация, которая позволяет готовить специалистов самого высокого профиля. И поскольку эта организация международная, то и Россия должна активно принимать в этом участие, готовить победителей во всех разных направлениях. Победители регионального чемпионата примут участие в межрегиональных отборочных соревнованиях. И лучшие из них получат возможность участвовать в чемпионате WorldSkills Russia 2019, который пройдет в городе Казань. Сергей Григорьев, Дмитрий Курунов и Ольга Захваткина для программы «Городские вести».